Здравствуйте, дорогие мои подписчики, представляю вам свой новый видеоролик, ушедшие актеры из сериала «Диверсант», вышедший в 2004 году и 2007 году, всем приятного просмотра. Галкин Владислав Борисович. Родился 25 декабря 1971 года, скончался 25 февраля 2010 года. Роль: Григорий Иванович Колтыгин. Краско Андрей Иванович. Родился 10 августа 1957 года, 4 июля 2006 года. Роль: Василий Сергеевич Лукашин. Толубеев Андрей Юрьевич. Родился 30 марта 1945 года, скончался 7 апреля 2008 года. Роль: член Военсовета. Косых Виктор Иванович. Родился 27 января 1950 года, скончался 22 декабря 2011 года. Роль: водитель полуторки. Мгалаблишвили Надар Александрович. Родился 15 июля 1931 года, скончался 26 марта 2019 года. Роль: московский генерал. Станислав Микульский. Родился 1 мая 1929 года, скончался 27 ноября 2014 года. Роль: Яник, водитель поляк. Ольшанский Виталий Викторович. Родился 20 октября 1968 года, скончался 4 февраля 2021 года. Роль: немецкий солдат. Калинкин Михаил Васильевич. Родился 3 июня 1945 года, скончался 22 июля 2015 года. Роль: партизан. Руднев Вячеслав Иванович. Родился 3 февраля 1959 года, скончался 14 августа 2015 года. Роль: партизан. Гуркин Владимир Павлович. Родился 13 сентября 1951 года, скончался 21 июня 2010 года. Роль: эпизод. Игорь Чащин. Дата смерти 11 марта 2010 года. Роль: эпизод. Табаков Олег Павлович. Родился 17 августа 1935 года, скончался 12 марта 2018 года. Роль: Артеменко, председатель. Тадеуш Парадович. Родился 27 мая 1956 года, скончался 28 декабря 2012 года. Роль: немецкий генерал. Эдвард Джентара. Родился 18 марта 1956 года, скончался 25 мая 2011 года. Роль: Фридрих Эльхаузен. Начальник разведшколы. Перелыгин Сергей Юрьевич. Родился 13 февраля 1964 года, скончался 27 июня 2008 года. Роль: Буська, конвоир. Мезенцев Александр Валентинович. Родился 28 августа 1951 года, скончался 12 июня 2015 года. Роль: генерал-лейтенант Горелл. Негин Михаил Александрович. Родился 4 декабря 1960 года, скончался 15 ноября 2020 года. Роль: Дзюба. Бехтерев Сергей Станиславович. Родился 19 мая 1958 года, скончался 13 ноября 2008 года. Роль: начальник метеостанции. Неведомский Леонид Витальевич. Родился 13 октября 1939 года, скончался 3 июня 2018 года. Роль: Петро. Яковлев Александр Анатольевич. Родился 15 января 1946 года, скончался 19 декабря 2016 года. Роль: генерал-лейтенант. Афанасьев Сергей Владимирович. Родился 16 марта 1963 года, скончался 19 сентября 2019 года. Роль: солдат-доходяга. Корольков Геннадий Анатольевич. Родился 3 июля 1941 года, скончался 23 февраля 2007 года. Роль: Аркадий. Прохоров Валерий Викторович. Родился 7 августа 1941 года, скончался 27 марта 2008 года. Роль: тирщик. Фатеев Михаил Леонидович. Родился 4 июля 1974 года, скончался 11 октября 2018 года. Роль: Рихард. Прохватыла Ольга Борисовна. Родилась 18 июля 1968 года, скончалась 6 июня 2013 года. Роль: Лунева. Казаков Александр Иванович. Родился 25 ноября 1941 года, скончался 15 июня 2013 года. Роль: Павел Андреевич Яров. Отец невесты, подполковник. Мацей Сосновский. Родился 8 апреля 1961 года, скончался 17 сентября 2015 года. Роль: эпизод.
Богдан Берзинш, родился 27 марта 1971 года, скончался 1 марта 2015 года. Роль немецкий летчик. Чернов Алексей Евгеньевич, родился 18 февраля 1966 года, скончался 3 ноября 2020 года. Роль Чернов заключенный. Юникова Наталья Александровна родилась 25 февраля 1980 года, скончалась 26 сентября 2017 года, роль эпизод.